Молодежный парламент при Брестском областном совете депутатов был образован 3 года назад. В его составе 44 человека. В основном это работающая молодежь со всех уголков региона. А вот аналогичная структура в Гродно существует уже 10 лет. Это 122 депутата, по большей части студенты. Встреча между молодыми парламентариями в рамках межрегионального сотрудничества первая, но не последняя, уверены ее участники. Программа двухдневного визита началась со встречи с председателем Брестского областного совета депутатов. В Брестской и Гродненской области, я считаю, что это передовики по производству сельскохозяйственной продукции. И если мы смотрим там грамм-грамм, то мы сверяем с гродненцами. Нас как-то, ну, не в обиду другим областям рассказано, но как нас называют тут западенцы, мы и дружим, и общаемся, и соревнуемся. И учитывая, что наш губернатор сейчас в Гродненской области, то, конечно, мы особое внимание уделяем Гродненской области. Очень хотелось бы не только с Гродненской областью продолжать взаимодействие, но и максимально подключить другие области, поделиться, возможно, опытом где-то, возможно, и перенять этот опыт. Обе стороны обменялись интересными инициативами, многие из которых можно реализовать совместными силами. Среди них проект «Успешное поколение» по взаимодействию с домами семейного типа, создание общих маршрутов памяти по местам героической славы, акции к 9 мая «Отряд поколений» и воссоздание песен времен Великой Отечественной войны. Таким образом, мы идеи молодежи, скажем так, выводим на уровень области и республики. И это было бы невозможно без поддержки взрослых депутатов, наших взрослых коллег. И поэтому такое сотрудничество, конечно, бесценно. Первой ступенью к продуктивной работе молодежного парламента – это налаживание сотрудничества регионального, межрегионального сотрудничества. Поэтому нам не просто нужно познакомиться, потому что все-таки созыв наш в Гродненской области избран был в январе совсем недавно. Нужно познакомиться с нашими коллегами со всей страны, чтобы уже вместе реализовывать какие-либо проекты и выполнять задачи как молодые депутаты. Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому итогом двухдневного визита стала разработка повестки взаимодействия молодежных парламентов. В обозримом будущем планируется ответный визит брестской делегации в Гродненскую область.